Как и обещал, небольшой тест ножа Евгения из стали М398. Судочка порежем пополам, чтобы было удобно вакуумировать. Вот покажу, что бумажку он режет спокойно вообще. До того, да? Вот режем судочка. Так, порционно. Пополам просто раз. Конечно, по идее, для этой железки это не должно являться препятствием. Вообще никак. Вот это покрупней. Да также пополам разрежем. Тут хребет уже такой посильней. Ну, сейчас протрем. И снова возьмем бумажку. Да, все нормально вообще. Вот я как раз тем местом режу, где был основной упор. Ну, что-то тут подзапинывается, что ли. Сейчас посмотрим. Да нет, все нормально. Вот тут что ли какая-то ботва. Да не, ну что смеяться, все нормально. Все хорошо. Не, все нормально вообще. Без проблем. Вообще. Да, все хорошо. Вот М398. В работе небольшой такой.